Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Непременно, обязательно! Сегодня незапланированный выход в эфир. И объяснено это, может быть, несколькими причинами. Первое, это происходит нечто в том самом пространстве, о котором я уже вам говорил, коротко, но вы в курсе, что где-то там происходят очень важные встречи, обсуждаются очень важные элементы нашего общего космического будущего. И в этих элементах каждая составляющая часть чрезвычайно важна. Земля здесь очень важный, ключевой фактор в этом космическом будущем. И поэтому ситуация там, где происходят все эти обсуждения, чрезвычайно напряженная, она совсем непростая. Нет никаких литавров, труб победных. Идет серьезная, кропотливая работа. Поэтому большая просьба, когда вы слышите очередные громкие заявления о том, что там, значит, всех победили, всех там разбросали, раскидали, все уже решено, все гораздо сложнее. И в этой сложности, тем не менее, для нас с вами ответ на вопрос, какое будет будущее, ясен, светлое. И чем активнее мы сами будем участвовать в ежедневном труде, прежде всего,
внутри себя, над собой, и только потом вокруг себя, тем быстрее все это настанет. Ну и поступила совсем недавно еще очень интересная информация о некоторых особенностях происходящих там событий. Я пока не уполномочен ее оглашать, но это очень интересно. Вот это точно напрямую связано с вопросом о лидерстве какой-то из сторон, аккуратно выражусь, в самом главном принятии главных решений. Для многих это будет очень неожиданно, ну совсем. Надеюсь, наши высокие друзья разрешат поделиться этой новостью. У меня, честно говоря, не было особого удивления по поводу услышанного. Но для многих, я еще раз повторяю, это будет неожиданно. Теперь о совсем приятном. Мое сегодняшнее обращение к вам связано еще и с тем, что у человека, которому мы собираем средства на решение чрезвычайно важных проблем, вставших перед ним в полный рост, у Сергея сегодня день рождения. Ну и я надеюсь, друзья нашего канала, которые постоянно смотрят и видеоролики с информацией, и мои обращения к вам, друзья, они знают, о ком идет речь. Я не могу выдавать все данные этого человека. Он по-прежнему находится там, где пока еще всякое бывает, где бывают неприятные события, связанные с военными действиями. Придет время, я думаю, что он сам к вам обратится и поблагодарит за эту помощь. А сейчас к моим поздравлениям ему. Я надеюсь услышать и почувствовать сердцем и прочитать комментарии ваши поздравления ему с днем рождения и с пожеланием решения всех проблем. И сейчас самое главное — это проблема со здоровьем. Мы решаем очень непростую, многосоставную, комплексную задачу. Это восстановление зубов. Зубы люди теряют по-разному, при разных обстоятельствах. И тут я тоже не могу вдаваться в подробности. Не хочу наводить здесь никакого негатива. Вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому огромная просьба к вам, друзья. Во-первых, еще раз благодарю всех, кто посылает средства Сергею и кто уже внес свой очень большой вклад в то, чтобы там, где он сейчас находится, совсем самое необходимое, что в жизни человеку необходимо, чтобы у него это было, чтобы его быт был похож на человеческий. И я очень надеюсь на то, что это мое обращение поимеет, ну, может быть, чуть больший отклик, чем прошлая моя просьба о помощи Сергею. И еще раз, под этим видео будут помещены реквизиты. Во-первых, человека, который аккумулирует эти средства на карте в России. Это Татьяна Виноградова, человек, которому я доверяю, и те, кто посылают ей средства, тоже доверяют. Там же сейчас будет помещен счет карты человека, который находится на Украине, в Украине. Пока еще есть и такой канал. И далее будут помещены реквизиты нашего канала. Почему это делается? Потому что часть этой проблемы решается здесь. Этих возможностей, которые здесь есть, у нас вот на Западе, грубо говоря, нет сейчас ни в России,
не там, где происходят все эти неприятные события. И мы здесь готовим то, без чего эта программа не состоится. И для этого нужны средства. Ну, так уж получилось, что средства нужны такие ощутимые. Поэтому очень надеюсь, что после этого моего обращения активность желающих помочь немножко поднимется, и мы в кратчайшее время сможем осуществить всю нашу программу целиком. И для тех, кто... Но все-таки мы все люди. Нам всем хочется, ну хоть что-то узнать о том, что важно, о чем я говорю в каких-нибудь деталях. Сейчас могу сказать только одно, что Сергей является членом нашей команды, благодаря которой, друзья, вы имеете возможность получать информацию. Это первое. Каждый из членов нашей команды уникален в своем роде. И работа Сергея сделала возможной полноценную работу нашего канала на несколько более высоком уровне с августа 2021 года. Если бы не его участие, думаю, что многого мы с вами не увидели бы. Даже, можно сказать, под вопросом была работа всего канала. Вот вклад Сергея в наше общее дело. Поэтому я очень надеюсь, что все у нас получится. А вам, друзья, в очередной раз желаю здоровья, успехов во всех благих делах. И да здравствует внутри вас золотое правило. И пусть каждый день ваш сопровождается реализацией этого правила на все 100%. Спасибо вам, друзья. До новых встреч. Счастливо.